Короче, класс. Ух ты, какой кардиган. Маленький. Классно. Как обидно. Вот я бы ее носила. И 50% скидка. Это просто. Вот. Катуша меня увозила для рукоделия себе галстуки. Давай. Наконец-то я доехала до дома со своей покупкой. Вот такой у меня в этот раз улов для рукоделия. Я хочу вышивать аппликации бабочки, цветочки. Как раз мне нужна основа такая красивая. Вот я купила. Заплатила я 33 рубля. Этот галстук вышел 15 рублей.
50% скидка 30 рублей он стоил, 15 рублей. И за эти два я отдала 18 на вес. Ну, они, видимо, может быть, их ценят по разным фирмам, поэтому я не знаю, что это. Мне все равно, мне их нужно для рукоделия. Мне нужна именно ткань такая, такого цвета. А галстуки обычно из очень качественной, очень красивой ткани. И вот как раз я их буду чем заниматься вечерами. Я их распарю, отутюжу и буду делать из них свои вышивки, свои аппликации и броши. Потом похвастаюсь вам отдельно еще, что у меня из этого получится. Вот такая красота. Извините, там я в самом магазине, может быть, не совсем удобно листаю и смотреть, может быть, не совсем удобно вещи. Но я на интересных вещах я останавливаюсь, а такие уж бегло просматриваю. Прошу прощения, кому хочется ближе остановиться, но пишите, я буду тогда возвращаться и поближе смотреть какую-то вещь. Всем пока!